Оздоровительная площадка или площадка для творчества. Лагерь «Юникс» в Айхале становится и тем, и другим для айхальских девчонок и мальчишек каждое лето. Первая смена стартовала, ее торжественное открытие показывает, какой потенциал детских талантов, фантазии и задора ждал каникул и готов раскрыться после напряженного учебного года. Тридцать ребят приняла детская площадка «Юникс» в Айхале в первом сезоне. Дети работников «Алроса» отдохнут и оздоровятся. Их ждут увлекательные занятия, спортивные и интеллектуальные игры, экскурсии. Площадку ребята посещают 6 дней в неделю. Работать с детьми в 5 отрядах будут педагоги айхальских школ, всего 10 воспитателей. В помощь им 3 вожатых. Можно задыхать, спать, играть, гулять на улице. Играть на поле с мячами. Мне тут нравится то, что мы тут рисуем, играем. Даже есть игровая комната. Тут все хорошо. Летняя площадка «Юникс» примет 2 смены айхальских ребят. Распорядок дня включает тихий час и 3-разовое питание. В числе плюсов такого детского досуга – его дешевизна. В этом году для работников «Алроса» путевка обошлась в 6870 рублей. Большую часть расходов берет на себя компания, родительский взнос составляет порядка 20%. Ребят ждут экскурсии в музей и в пожарную часть, игровые и конкурсные программы, спортивные занятия и день именинника. На первый сезон от компании «Алроса» у нас 100 детей из 130, 30 путевок раздали по другим организациям. Вот. Дети в основном, возраст у нас от 6 до 9 лет второй год подряд. То есть это дети, которые пойдут в первый класс, и дети, которые пойдут в 4-й класс. Если на улице дождь, ребят займут в здании, в игровой комнате можно поиграть в шашки, шахматы или настольный теннис. Каждый год желающих попасть на площадку больше, чем она может принять. Многие ребята отдыхают в лагере не в первый раз, довольные родители приобретают путевки ежегодно. Мне нравятся наши воспитатели, вожатые, добрые. Здесь много детей и есть с кем поиграть. А еще мы здесь проходим всякие квесты и испытания. И мне это очень нравится. Еще здесь очень добрые вожатые. Они все время о нас заботятся. Чтобы отдыхать ребятам было интересно, кроме школьных ресурсов задействованы поселковые. Для детей организованы кинопросмотры и походы в плавательный бассейн. Следить за здоровьем отдыхающих будут 2 медика. Они посчитают, насколько каждый вырос и поправился. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».